В каждой книге примерно 3000 ссылок на Священное Писание, на Слово Божие, то есть на Святую Библию. Все. А вот сейчас я, например, скажу, истина истина постигается с детства. Да. Вот, оно рядом, росток. Артур, ты росток. Да, именно так. Ну что ж, благословляйте, мы поехали. Спасибо вам. Будете молиться, вспомните. Дай Бог вам здоровья. Мы едем сейчас в Грозный. Думаю, встреча будет, если Господь благословит, и с Рамзаном Кадыровым хотим сделать подарок, в Беслан заехать. Такая трагедия, а здесь утешение на все. Я 50 лет отдал, и жизнь моя прошла вся в Боге. После армии 23 года я сознательно обратился, и Бог переменил мою всю жизнь. И все это полоса страданий, все для меня радость. Я жду каждый день встречи с моим Господом. Это у вас глаза светятся. Светятся любовью к людям. Ведь мы прошли до Дальнего Востока, Владивосток. Мы прошли Польшу, Германию, Братислава. Братья наши славяне, сербы везде подарили, чтобы люди Бога познали. Эту коротенькую жизнь им направить к небу, чтобы мы, как говорится, воссияли для Бога. Потому что вот я, дети у меня в лагере, я 40 лет. Угу. Без помощи государства 1000 детей подняли. Мы говорим, вот ребенок, если 13 лет уже наркоман. И мы говорим о разрушении здоровья, а потом, показывая на все, говорим, как люди старались, ждали тебя, чтобы мир был обихожен, как тебя любят. Ты не имеешь права разрушать себя. Господь ждал тебя, когда ты появишься на свет. Ты начни благодарить отца, мать, давшую жизнь, Бога, наполнившего мир красотами и чудесами. Храни вас Господь. Ой, спасибо. Это вот, все знаете, вот, наверное, Богу была угодно наша встреча, вот что я с ним, Господь с ребенком. Да, есть такая Mail.ru, мой мир. Я в сентябре буду дома, вы зайдите, Игнатий Лапкин, попроситесь, друзья. Там два листика, на одном я с голубем стою, а на другом перед микрофоном, вот как здесь показывал. Где микрофон, это у меня она действует, вторая это копия идет, потому что всякое бывает. Дай Бог вам здоровья. Это Бог позволил нам так. Дай Бог, чтобы наши ангелы нас хранили. Мы ночевали сегодня где-то кукурузное поле там, за деревья спрятали, чтобы быстро быть здесь. Мы второй месяц идет сейчас. Ой. Мы все положили для того, чтобы люди Христа познали. Бог все для нас значит. И Бог дает эту самоотдачу. Все эти саентологии, это все искусственно сатана придумал, чтобы людей увести куда-то. Что тебе саентал? Слово наука, наукообразно. Ну я постиг все, но я умру. А за гробом что? А Господь говорит через апостола Павла, говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Смерть, как в латышском языке написано, вот «наванес аулюс» – «смерть несет плоды». Вот я отдал, а умер – это все приплывет к тебе. Благодарность людей, благодарение Богу – это все к тебе вернется. Вот на чем все строится. Это любовь с большой буквы. Спасибо вам. Спасибо. Дай Бог, пусть вас Бог хранит.